Как найти работу по душе, попасть в дружный коллектив и теплую атмосферу? У Натальи Юрьевны Полупан есть ответы на эти вопросы благодаря ярмарке трудоустройства «Работа в России. Время возможностей». В июне я обратилась в Центр занятости города Красный Луч в поисках подходящей работы. На приеме специалист предложила посетить мероприятие «Ярмарка трудоустройства», и я согласилась. 28 июня 2024 года пришла на ярмарку трудоустройств в Центре занятости и ознакомилась с имеющимися вакансиями, которые были предоставлены на мероприятии. Меня заинтересовала вакансия помощник-воспитателя в детский сад «Аист», который находится в городе Петровское. Для меня это очень важно, так как я проживаю в этом городе. Благодаря тому, что я посетила ярмарку, мне было предложено пройти собеседование у работодателя, после чего я была трудоустроена. Основной задачей Петровского лесосада номер 2А является обеспечение качественного дошкольного образования в соответствии с современными требованиями государства, общества и семьи. Для реализации данной задачи необходимы квалифицированные кадры, поэтому мы очень тесно сотрудничаем с Центром занятости города Красный Луч и всегда откликаемся на приглашение принять участие в ярмарках вакансий, организованных службой занятости. 28 июня 2024 года наше учреждение приняло участие во втором этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. Нам была предоставлена возможность побеседовать лично с соискателями, рассказать о нашем учреждении, условиях работы и актуальных вакансиях. В результате чего нам удалось подобрать двух работников. Одна из них – Наталья Юрьевна, которая успешно прошла собеседование и была принята помощником воспитателя. В настоящее время продолжает работать в детском саду. Хранитель чистоты и уюта. Так еще можно назвать помощника-воспитателя. Для Натальи Юрьевны эта работа привычная. На протяжении 10 лет она была домохозяйкой, занималась семьей и воспитанием своих детей. Теперь ребятишек много, целая группа. Помощник-воспитателя с нетерпением ждет с ними встречи в новом учебном году после завершения ремонтных работ в детском саду. Мне очень нравится эта работа, работа с детками. Много внимания детки уделяют и мне, и я им. Все в согласии, в мире. На ярмарке вакансий яслисад «Аист» нашел еще одного работника по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. В целом, в результате второго этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства еще несколько граждан Краснолучского городского округа нашли подходящую для себя работу. 28 июня 2024 года прошел второй этап масштабного мероприятия «Всероссийская ярмарка трудоустройства. Работа в России. Время возможностей». В этот день в территориальном отделении государственного казенного учреждения Республиканский центр занятости населения Луганской народной республики в городе Красный Луч прошла ярмарка трудоустройства, на которой были приглашены безработные граждане, учащиеся, студенты техникумов и колледжей, а также 14 работодателей, предоставивших свыше 280 актуальных вакансий. Это электромонтеры различных направлений, электрогазосварщики, швеи, слесарь АВР, оператор хлораторной установки, маляр, машинист экскаватора, токарь, фрезеровщик, штамповщик, резчик на пилах, слесарь-ремонтник, кровельщик, дорожный рабочий и другие. Посетив ярмарку трудоустройства, соискатели могли узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион. Результатом этого мероприятия стало трудоустройство 6 обратившихся в поисках работы граждан на предприятия города. Новости телеканала «Луч». Своевременно проводимый технический осмотр и перезарядка огнетушителей – это единственный способ иметь под рукой действенные первичные средства борьбы с возгоранием. Государственное казенное учреждение Луганской Народной Республики «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций города Красный Луч» уделяет много внимания пожарной безопасности в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования нашего города. Все они под эгидой центра заключили договор с ООО «Квант» на перезарядку и технический осмотр огнетушителей. Первая партия средств пожаротушения уже прошла необходимое обслуживание. Очередная ждет своей отправки в Луганск. Всего в процессе работы будет обслужено 626 огнетушителей. Об этом сообщили в Центре обеспечения деятельности образовательных организаций города Красный Луч.
Спасатели МЧС оперативно ликвидировали пожар в Красном Луче, возникший из-за непотушенной сигареты. Об этом говорится в телеграм-канале ГУ МЧС России по ЛНР. На линию 101 Красного Луча поступил вызов о загорании автомойки на частном подворье по улице Советская с угрозой распространения огня. На место выехали пожарно-спасательные части. К моменту их прибытия наблюдалось открытое горение хозпостройки и крыши жилого дома. Огонь перекинулся на дерево и здание автомойки. Спасателям удалось не допустить увеличения площади горения. В результате пожара частично уничтожены и повреждены мебель, внутренняя отделка, покрытие в автомойке, хозпостройка, а также покрытие, входная дверь и оконный блок в жилом доме.